Я принесла орешки, разные фрукты, наложила в стакан. Ну, Паудер очень любит миндаль. Ну, он знает, что он берет. Здесь такая всякая разная вкуснятинка, разные ягодки и грецкий орех. Вот так вот мы аккуратно держим в лапочках. Ай, как вкусно, скажи, да? Любимые орешки. Так аккуратненько, по кусочкам, по кусочкам. Ну что, будешь еще? Ой, бывает и такое. Потому что там еда. Да, это редкий случай, конечно. Все, раз ты так делаешь, хулиганишь, я тебе не дам больше. Алло. Обычно такого не происходит, но эта птица серьезная, с ней надо быть аккуратно. Вообще он очень добрый, ласковый, любит сидеть на руках, очень любит танцевать. И, конечно, очень любит находиться не в одиночку. Обязательно должна быть какая-то компания. Если никого нет, то я уже говорила где-то там в видео, что оставляю ему телевизор. Или птички поют, да, или играет музыка. Да? Ты немножко хулиганишь, а? Можно так делать, а? Паудер. Он, конечно, меня не тронул сильно. Ничего особенного. Ну, ладно. Еще и отвернулся. Напроказничал и отвернулся? А? Тебе не стыдно? Я тебе такие вкусные орешки принесла. Да. А ты хулиганишь? Ну? Что занервничал, а? Что занервничал? Ну и ладно. Бывают всякие разные ситуации. Да. Но меня серьезно он ни разу не чипанул. Иногда может только предупредить, если ему что-то не нравится. Типа так взять как бы за палец или за руку, как отбросить от себя или оттолкнуть. Потому что если эта птичка укусит, то мало не покажется, надо ехать в госпиталь. Да. Да, скажи, с моим клювом шутить нельзя. Ну, Паудер. Ну и ладно, не хочешь со мной дружить, ну и не нужно. Все. Бывает и такое. Спасибо за просмотр. Пока-пока.